Социальные сети давно и плотно вошли в жизнь людей. Это и образовательные, и развлекательные, и информационные площадки в виртуальном пространстве. Появляются группы, паблики, блоги, которые объединяют по интересам подписчиков разного возраста. Блог – это не только информация или развлечение, но и возможность зарабатывать, а блогер едва ли не профессия. Жители Твери рассказали нашей съемочной группе, какой контент они предпочитают читать или смотреть, а также пользуются ли они зарубежными социальными сетями или только отечественными. Как выяснилось, обходные пути к заблокированным иностранным платформам даже молодежь не особо ищет. А вот блоги и влоги интересуют жителей Твери самые разные. Какие блоги вот вас интересуют? Только как в игры играть и что-нибудь связанное с вещанием политики на сегодняшний день. Какие-нибудь разборки, условно чистка двигателей, что-то такое, что связано с техникой. Иногда вот прям очень хорошо смотреть это. Реставрация та же самая. Психология, философия, история. Подоляк читаю, если об Украине. Соцсети какие предпочитаете? ВКонтакте и все. ВКонтакте. Ну, немного обидно, тоже заблокировали, но в принципе жить можно.